Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Хасенова Анар, я являюсь специалистом музея Алжир. Сегодня я вам расскажу об одной из узниц, это Казбекова Магрифа Мурзагуловна. Она родилась в 1903 году в ауле номер 3, это Актюбинский уезд, Тургайская область. Окончила на медресе Оренбургскую гимназию и в 1929 году медицинский факультет Среднеазиатского университета города Ташкент. Ее муж Казбеков Исмагул Сулейменович, окончивший Тимирязевскую академию сельского хозяйства, до ареста занимал должность заведующего отделом семеноводства Казахского института земледелия. Магрифа Мурзагуловна работала врачом-инфекционистом. В 1936 году Исмагул Сулейменович был арестован как враг народа. Он ездил в Америку по командировке, чтобы привезти новые сорта пшеницы, за что он был обвинен в шпионаже. Магрифа была отправлена в Алжир, затем в Карлак, в Долинку. Магрифа Мурзагуловна была приговорена 21 июля 1938 года к 5 годам ИТЛ. Прибыла в Алжир из тюрьмы города Чимкент. Дети были разлучены друг с другом. Сын Ирден определен в Магнитогорскую школу-интернат, а дочь Ильке в дом малютки города Чимкент. В 1943-1946 годы Магрифа находилась на вольном поселении. Работала врачом, реабилитирована была в 1956 году. До конца своей жизни она работала врачом в городе Балхаш, получила звание заслуженного врача Казахстана. Умерла Магрифа Мурзагуловна в 1986 году. Местные жители города Балхаш назвали ее «Мадонна Алжира» за ее красоту, доброту, профессионализм. В данный момент в честь нее названа даже улица в городе Балхаш.